продукты были из расчета на 3 недели, а будет 4. Опять, наверное, на костерке сделаю. Люди походятся, активисты, как станут, так и стоят. И ее все равно рано или поздно закрывают. Но сам... Это смешно, что в банке вам собираются привезти. В общем, это было. Конечно. Ох, омлет. Сосисочный. Так, у меня половина. Ну, еще 25, за 5 минут он изжарится. Ждем. Что-то едят плохо. Жара. Усталость от отдыха. Затянувшегося. Кто только первое, кто только второе. А я все. Аппетит хороший. Ждем агента. Короче, как бы догадались себе мишеля со свининой, брокколи, калифлауэр. Я уже позабыл, куда курицу не ел. В количестве 2 человек. Не смотрел, как мы отходили, что они гудели, я спать залил. Ну, уже ревем в копер. Потихоньку, помаленьку. Па-па-дам! Что-то я сегодня позадержался. Двадцать минут. Потому что на расслабоне. Так, тут выезд позже выброса. По темноте. Так, а завтра у нас будут хвосты, куриная грудка. Это замариную. Опять, наверное, на костерке сделаю. Мастер сказал, что мы придем, встанем на рейд, постоим на рейде сутки. И то ли 5 ночью, то ли 6 утром к причалу. Короче, до 6 нужно будет кормиться на том, что есть. Ну, пока что есть. Это то, что есть. Если больше, конечно, простоим, тяжелее будет. А так это получается сегодня 2, 3, 4, 5, 6, 4. 4 дня хватит. Хотя продукты были из расчета на 3 недели, а будет 4 месяца, полный месяц.
Теперь до дома, до хаты. Это я зацепил, еле вытащил. 4 сразу. Блин. Еле вытащил. И это прям рядом с пароходом. Ну не с нашим, конечно, наш не видно. Но близко. Лежись, овощи.